Приветствую вас, друзья. Короче, я решил сразу портануться в этот замок с клириками. Помните, я просто вспомнил, что мы у них брали квест на то, чтобы убить химер. А по дороге из этого замка, помните, мы когда шли назад? Да, во-первых, тут, короче, целая толпа скексов. Может, куда-то пройти просто мимо. Мне, честно, какой-то впадло их валить, если честно. Ну, пройдем. Что-то не очень получается. Да, а потом, помните, мы там шли, и там тоже был какой-то, типа, как проход в замок, в какую-то башню. По дороге, да. И там, наверное, тоже что-то должно быть спрятано, так думаю. А мы тогда там толком не исследовали. По-моему, вот как-то вот так вот, да, мы шли. Ну и заодно, да, займемся этими химерами, потому что уже этот квест тоже чего знает, когда брали. А пройти до сих пор не проходили. Че, до сих пор знаем погоня? Не, уже нету, все, отлично. Просто опять-таки, да, их там очень много, поэтому у нас... Блять. Камнешип гребаный, да? Ну ладно. Бляха. Его ты, мне кажется, решил сагриться. Ну ты посмотри, а. Придурки. Так, все, камнешип готов. Сейчас этого дебила еще завалим. Блин, их двое, а. Что творится, что творится. Так. Все, готов. Отлично. Блин, чуваки, мы уже даже с камнешипом спокойно справляемся при помощи только меча. Да, это реально круто. Да, давненько мы уже просто этот квест брали, а пройти что-то вот никак не возьмемся. И, наверное, уже действительно настало время уже в натуре заняться. Пора, братья, пора. Так, давайте еще жареного мяса скушаем. Пройдемте этот квестик, поисследуем прибрежные территории, ну а там уже как бог даст, да? Да, вот этот вот мост, по-моему, через мост проходишь. А, если я правильно помню. Да, и по-моему, там должна быть тут какая-то ба... А, не, нифига, это не та, наверное, дорога, все-таки там стоит этот чувак. Ага. Поэтому все-таки, наверное, это что-то не то. Наверное, надо как, блин, или то, а может просто он с головой появился. Это что-то не похоже на туре. Там, по-моему, этого моста-то даже не было. Там, по-моему, как было. Там на туре мы в какую-то башню попадали. Я вот сейчас хочу эту башню найти, прям капец как. И что-то не получается. Давайте попробуем его мечом завалить, а. Мне прям даже интересно. Слизняя, да? Я понял. Ну да, смотри, тут походу этой башни не пахнет, я так понимаю. Да, в общем, вот эти вот парниши, Слизнияр, и как там второго зовут, я, к сожалению, забыл. Патрон, да, с ними, короче, в ближнем бою драться — это полная утопия. Понятно. Так, как же мы... Тогда, наверное, там вот был еще какой-то поворот в другую сторону. Нам, наверное, вот ту в другую сторону надо, наверное, повернуть. И тогда, подозреваю, мы уже выйдем. Да, выйдем к этой самой. Башне. Во. Точно. Да, вон, вон эта башня, я ее уже даже вижу.
Ага. Значит, все-таки по этой дорожке нам надо идти. Это помните, когда мы еще того стражника выманивали, да? Пытались его на мутантов выманить. Тогда-то мы эту башню и нашли. Хотя что-то и сейчас не очень получается к ней попасть, да? Жесть какая-то, честно говоря. Ага-ага. Так, отлично. Наверное, вот так вот нам надо идти, да? Ну да, похоже на то, что вот так вот. Типа как вниз спускаться. Да. Да-да-да-да-да. Да, вот два этих придурка, точно мы их про... Да, вон уже эта башня, все, отлично. Нашли. Ага. Надоели эти кроволапы, честно говоря. Тот упал, ну ладно, хрен с ним. Да, вот слава богу, нашли мы уже эту башенку. Тут еще есть даже чем поживиться, как видим. Маленький манокорень. Да-да-да-да-да, все, давайте еще покушаем, кстати говоря. То у нас хпшка потрепалась. Так, жареное мясо. Блюдо из мяса мокрицы. Хорошо. Хотя вообще жареное мясо, наверное, нам уже больше и понту делать нету. Оно нам вообще здоровье практически не пополняет, да? Да, вот эти блок сигарет, мана. Потом вот какая-то хрень. Сейчас. Ага. Электронный хлам, 25 эликсита. Да, и видите, тут еще нижний этаж какой-то есть. Я просто так думаю, что тут реально будет какая-то либо записка, либо что-нибудь вот. Что-нибудь вот такое. Кстати, а наверх тут залететь как-то можно? Мне вот даже интересно. Либо часть карты. Очень бы хотелось что-нибудь такое просто найти. Ну, может и можно, но смысла в этом, короче, нету, да, там нет никакой возвышенности. Ну да, поэтому давайте на низ. Ну, кстати, тут копье, нифига себе. Чуть было не пропустил. Ого. Да, тут еще и нифига себе, что творится, я смотрю. Хотя что? Можно сюда, а можно вроде даже еще ниже, по-моему, было спуститься, да? Или нет? Так, металлический хлам уже какой-то нашли. Вот опять, да, туалетная бумага, блин. Чуваки, прикиньте, походу тут больше ничего и нету. Я, честно говоря, что-то когда про это место вспоминал, мне что-то прям так и думаю, что здесь явно будет какая-то фотография или часть карты, но... Судя по всему, это и все, что здесь есть. Спуск вниз, а тут, в принципе, кроме кровати... Да, кроме кровати тут нечем и живиться. Да, это печально, печально.
как-то большего я ожидал. Ну ладно, тогда давайте займемся этими химерами. Ой, как нам к ним пройти? Угу. Кстати, вот эту местность мы исследовали вообще, я что-то не помню. Просто мне что-то кажется, что нет. Кратер, да. Мне почему-то кажется, что мы это не исследовали. И это, кстати, хорошо. Мы это теперь исследуем, да. Отлично. Так, в этой фигне ничего нет. Ну, правда, тут саранчи этой гребаной много. Ну, может, туда все просто обойти. Это неохота с ними драться, если честно. Да. Да, чуваки, бля. А, ну это этот придурок, да, кроволап. Конечно, я так не скажу, что я уверен, но, по-моему, реально не исследовали. Эту местность. А, не, исследовали, да. Да. Или нет? Да не, да, исследовали. Да, это же здесь еще было, была эта толпа всяких чуваков, да. Я уже вспомнил. Тут тоже был этот молох, помните? Да. Мы тут еще прыгали. Да, исследовали. Угу. Да, тут молох еще бегал, я уже вспомнил. Но вот там вот я наверху, кстати, я что-то такое вижу, что походу мы не исследовали какое-то одно здание. Вот давайте сейчас осмотрим. А, вот там вот еще, смотрите, какое-то тоже есть здание наверху. Блин, давайте сейчас все это поосматриваем, да, потому что квест от нас никуда не уйдет, а тут оказывается, что мы еще очень много чего пропустили. Помимо залежи серые, кстати говоря, которые нам точно пригодятся. Так, там, правда, походу, этот скекс гребаный, насколько я смотрел, да? А, так это даже не здание, это мост просто какой-то. Посреди дороги валяется вяленое мясо. Это капец, да, чуваки? Вот просто идешь себе по дороге, да, по асфальтированной, блядь, и там кусок вяленого мяса. Почему-то вяленое мясо, наверное, самый тоже. Вот туалетная бумага и вяленое мясо. Два самых распространенных предмета в игре. Да, это просто мост. Просто мост. Так, а вот там вот я реально видел что-то интересное. Вон, смотрите. Или мы и там исследовали. Блин, я считаю, что плохо, что да, просто сейчас очень сложно сориентироваться. Где я был, где я не был, я же все эти здания, они очень похожи друг на друга. Вот реально в этом плане сложновато. Не, ну мне все же кажется, что мы там не были, вы че, чуваки, явно. Да, и там явно что-то будет. Вот зуб даю, что там будет, ну, как минимум фотография, как максимум часть карты. Так что давайте. Да. Пришли. Да, мы тут не были по-любому, су, я уже это на все 100 уверен. Хорошо. Так, ну снизу вроде бы тут ничего нету, да? Ну да.
Можно еще на самый низ спуститься, но в этом, походу, смысла какого-то особого нету. Да-да-да-да-да. Тоже небольшой достаточно комплекс, как я смотрю. Так. Так, ну вот, первый пошел, уже есть какой-то сундучок. С очень простым замком. Так, золотая чаша, большая сумка, эликсита. Молоток. Ну, ой. А, вскарабкаться, я понял. Да, в принципе, вещи такие не очень крутые. На крыше пусто, да? Так, а как нам наверх подняться? По трубе, что ли, как-то подниматься, да, наверное? Ух, нифига себе, большая сумка эликсита еще здесь. Ну да, наверное, как-то так, я так подразумеваю. Вот так вот, да, шел квест искал себе, да, побочный. А в итоге, вот, пожалуйста, набрели на очередное исследование. Так. У нас там братишки, да? Двое братишек. Ой. Давайте тогда сразу всех на нас агрим, я так думаю, да. Ребята, давай, давай. У вас тут реально много. Блин, да что ж такое? Блин. Ой. Грёбаные скексы. Все? Да. Даже гнилец тут среди них, кстати, я затерся, да, какого-то хрена. И мегакрыса. Хватает тут, короче, кого хочешь. Даже два гнильца, да. Вообще, а. Так, ну что ж, всех обыскали. Давайте-ка покушаем. Тут братишашечка проголодался, наверное. Как раз вяленое мясо съедим. Да, сохранимся. Ну и чё? Так, тут у нас, я так понимаю, нечего смотреть. Да, разве что эти кувшинки пособирать. Но я какого-то особого резона не вижу. Отсюда мы, значит, пришли. Значит, только в само помещение входить, правильно? На помойке вряд ли мы что-нибудь найдем. Да, тоже ничего нету. Так, ну что у нас здесь? Давайте, ребята, поразите меня, поразите меня. Давайте мне тут части карты, фотографии. Чтобы я просто офигел, да, от всего, что здесь есть. Пока что немножко эликсита нашли. Игрушечный динозаврик. И все, да? Кстати, зачем нам тут, интересно, нужны эти игрушечные динозаврики, да? Потому что, видите, все-таки Алик их не забирает. Причем при том, что мы очень часто находим коллекционные, допустим, эти динозаврики, да? А квеста с ними связанного я так и не нашел. Хотя, возможно, да, возможно. Просто потом в будущем этот Алик нам скажет, что вот так и так. Теперь я буду, типа, собирать эти... Ого, нифига себе замок. Да, теперь я, типа, буду собирать эти вот хрени, да... И с динозаврики, да, давай теперь типа мне... О, амулет Крилика, смотрите. А, ну, кстати говоря, на самом деле-то ведь амулет довольно-таки посредственный, да. Просто восстановление энергии плюс один, а остальное что? Взлом замков, броня у нас нету, то есть... То есть чисто амулет, который все, что дает, это восстановление энергии. Такое, да. Посредственный, на самом деле, амулет. Как-то они Криликов прямо опустили, да?
О, кусок серы, спасибо. Кстати, вот здесь мы пока что вещи реально классные собираем. Мы серы очень много насобирали, да. То есть, в любом случае, мы себе ментальных зелий наколошматить сможем. Но, правда, вот печально, да, то, что все-таки... Опять, кстати, амулет траппера нашли уже во второй раз. Да, что все-таки, короче говоря... Ни фотографий, ни частей карты, во всяком случае, пока что мы не находим. Да. Блин, а? Просто, честно говоря, оно визуально так классно и круто выглядело, да, что я думал, что тут вообще без вопросов мы найдем себе либо часть карты, либо фотографию, а тем не менее ни того, ни другого здесь не было. Вы знаете, я бы даже бы это в некотором роде бы назвал бы какой-то подставой прям таки, а? Слушайте, а туда наверх залетать смысл есть? Или может мы там вообще уже были, просто я что-то завтыкал, а думаю, что не были. Давайте все-таки вылетим, хотя бы попытаемся. Да не, не, не могли мы там быть, да, давайте сейчас вылетим. Ага. Ну, походу, особого смысла не было. Все время у них на крыше эти магниевые факелы. Капец, ну, в принципе, можно провести, конечно, параллель. Почему, да, типа, как они сигнал подавали, да, бедствие этими факелами, чтобы их, допустим, там забирали с этой вышки. О, наконец-то мы что-то нашли, смотрите. Братишка как умер, да. Только я не могу понять, почему он стоит, да, то есть, почему он не падает. Вроде бы он ничем не прибит, ни стрелами, ни гвоздями, да, и вот в такой вот позе чувак умер, то есть упал в эту шишку, короче говоря, в ней застрял, не смог выбраться. Ужасная смерть, да, с голоду, походу, помер. Так, ну, походу, все, да. Разве что вот тут, возможно, что-нибудь будет, но... Я в этом что-то... А, нет, смотрите, ребята, а вот, пожалуйста... Рецепт пироманьяка. Магниевый факел. Хотя, опять-таки, да, вот нашли, а... Ой, да спать я не хочу, братан, не надо, не надо. Вставай, вставай, вставай. Ну да, я, честно говоря, думаю, что вот как раз мы вот нашли эту шляпу, и тут уже точно будет что-нибудь такое, знаете, да. Что-нибудь такое и такое, а в итоге... Рецепт пироманьяка, ну и нахрен он мне нужен, этот пироманьяк, да? Дайте часть карты, чего вы такие жлобы, а? Я уже сколько брожу, сколько исследую, но неужели я не заслужил на одну хребаную часть карты, а? Так. Да, походу ничего интересного мы тут так и не найдем, но давайте уже да осмотрим. А, огненный двуручный меч 2. Кусок серы. Ну, в общем, да, тут есть, в принципе, вещички, да, спорить. Спорить бессмысленно, но хороших вещичек по-настоящему тут, пожалуй, все-таки не было, да. Просто нашли неплохой скелетик, да, прикольно умерший, что называется, скелетик. За такие вот вещи всегда респект разработчикам, конечно же. Такие вещи всегда улыбают. Ну, а меч все равно, он как бы урон-то у него лучше, да, плюс он еще и огнем наносит урон, но это двуручное оружие, поэтому... То есть для меня это чисто на продажу, не более чем, да. А так прикольно, да, повторюсь, очень понравилось, как мы этого скелетика нашли, да, как он валялся, и, да, то есть, нормально. Но очень жалко, что не было частей карты. Слушайте, я вот там вот еще смотрю, вот там вроде бы тоже какое-то такое здоровенное здание, и вроде бы я его, по-моему, не исследовал. Блин, вроде же высота-то не такая большая была, какого хрена мне столько хп снесло, вы видели? Просто какое-то колоссальное количество здоровья сняло при этом прыжке.
А, ну да, там мы тоже были, да. Так, ладно, погнали уже, наверное, по квесту. В принципе, чем мы тут бегаем, как придурки, да? Ну да, серы подсобирали, хорошо, там, то сделали, это сделали, то есть спорить не буду. В целом, как бы, не зря мы решили поисследовать эту хрень. Прикольный труп нашли, меч двуручный нашли, там, да, но... Я жру, ну блин, все-таки охота уже жру, я уже сколько исследую, обратите внимание, уже который раз мы вот так вот исследуем, причем довольно-таки масштабные такие хрени, а в итоге мы там не находим ни частей карты, ничего такого. Вот фотографии, весь прикол, мы еще неплохо находим, да? Практически при каждом нашем исследовании. А вот с такими вот вещами что-то нам вообще не везет пока что, с этими частями карты, да? Просто ж основной прикол как бы в том, то, что как раз таки фотографии мы уже даже почти все нашли. Там осталось, может быть, штук 7 или сколько, или даже и того меньше. Да. Блин, Вальтера убили эти потрошители, прикиньте. Правда, я уровень при этом поднял. Ну вот тоже момент. Походу, этот Вальтер был какой-то квестовый, да? Судя по всему. Еще и пишет смерть персонажа Вальтера. Извиняюсь, скажется на развитии сюжета. А спасти-то ведь я его никак все равно не мог, да? Как бы я успел бы его спасти, если прямо сразу на него эти потрошители нападают, да? И, собственно говоря, потрошат. Ну что ты здесь успеешь сделать, да, банально? Братишка не добежал до меня даже, видите. Ну да, вот реально, вот что ты здесь успеешь сделать, если он уже сразу же дохло. И получается, вот чувак умер, его смерть скажется на развитии сюжета, да, или как-то так они-то написали, а как я его спасу, блин, если он уже сразу дохлый практически. О, контракт на Рэя, 5 страниц из 10. То есть еще 5 уже где-то ходят. Ха! Прикиньте, какой нежданный поворот. Мы не знали, что делать с этим Рэем, да, с контрактом на Рэя. Вот, пожалуйста, нашли какого-то клирика, и у него сразу 5 страниц этого контракта. Охренеть. А, кстати, мы шурань подняли, да. Надо силу качать. Шестьдесят один, да? Так, а сколько нам нужно силы на вот ту вот хрень? Ой, так, тут нам не хватает ловкости, тут нам не хватает ловкости этого, тут нам не хватает ловкости. А вот силы тоже, кстати. 70 тут надо силы, тут нам надо 76. Тут интеллекта не хватает, тут нам не хватает. А, тут нам всего хватает, да. То есть, в принципе, кстати, нам силы не хватает либо 70, либо 76, а у нас сейчас 61. В принципе, не так и много. Да, вот так вот нежданно-негаданно мы еще и контракт на Рэя начали проходить. Это спутники, да? Угу. Надо будет, наверное, потом с этим Рэем поговорить, что-то у меня такая чуйка, да, сообщить ему то, что вот мы там нашли какую-то хрень. Как бы да. Да, короче, нам силу еще прокачать вот в натуре, я вам скажу, да? Или, кстати говоря, интеллект, потому что вот, к примеру, смотрите, у нас есть пушка одна. Могущество Архонта. Ну, правда, у нее урон 45, конечно, не такой крутой, да. Как то, что у нас там. У нее урон 45, но... Ну, тут надо всего лишь на 5 интеллект повысить и все. И мы сможем уже пользоваться. Просто наш лазерный урон 36, да, вот и 45, в принципе, разница там... Не особо велика. А вот там, где мы силу поднимем, там действительно, как бы, да, там действительно... ни хрена себе. Так, вот, два могильничка, да, и вот там вот эти вот химеры, их нам надо завалить, чуваки. Давайте-ка. Ну, реально, уже давно пора уже этот квест пройти, на самом-то деле, согласитесь же, как мы давно уже этот квест взяли, а... Пройти никак не пройдем. Блин, я вообще хотел их сразу двоих, бля.
Блин, а крутые эти химеры, честно говоря, да, я бы сказал прямо. Извините, сколько мы их валим уже, да? Это ж черная дыра, это одно из наших вообще мощнейших оружий. Да, мы уже третью ходку по ним делаем, и зацените, это охренеть просто можно. До чего это живучие твари. Все. Вот давайте подлечимся, кстати. Ага. Так, рог, зубы, железная руда. Да, химера, кстати, блин, один из самых, конечно, мощных мутантов, судя по всему. Я же говорю, блин, три ходки, прикиньте, в три ходки, да? Валить ее черной дырой, мощнейшим нашим оружием. О, ну они тут, правда, что-то охеренное охраняли. Вот смотри, там какой-то меч валяется. Хотя лучше бы, конечно, бы они охраняли всю ту же часть карты или какую-то фотографию, да, если уже на то пошло. Просто хотелось бы в Алексе все найти, все исследовать, а проблема, в принципе, в том, что большинство зданий и вообще локаций здесь очень похожи друг на друга, и иногда бывает реально сложновато сориентироваться, где ты был, а где ты еще не был, да. Блять, мана кончилась, а я стою туплю, вот я придурок, а. Давайте добьем его из огнемета. Тем более даже получилось. Все, соседские проблемы мы прошли. Отлично. Так, а что он тут охранял за меч? Вернее, они. Отравленный меч воина 2. А ну-ка. А, тоже двуручная, да. Тоже урон выше, силы не хватает. И типа урона яд. Ясно. Больше я смотрю, вы тут особо ничего не охраняли, да, ребята? А что это такое? Залежи железной руды, прям такие окровавленные, да? О, еще есть, офигенно. Сейчас мы еще и железо подобываем. А потом, наверное, в натуре. Давайте поговорим в натуре с этим Рэем. У меня в натуре что-то есть предчувствие, что теперь после этой хрени он согласится с нами поговорить. Но я жу, нежданно-негаданно, да, потрошители помогли. Богдан не может, потрошитель поможет, да. Прям вот такая вот смешная получилась ситуация. Завалили чувака, я сперва расстроился, а потом еще и оказалось, что его, походу, и надо было, что ли, завалить или что. Нифига себе, они тут, блин, нажрали, да, братишек всяких, паду, огребанные химеры. Да. Слушайте, а вот туда вот по дорожке мы вообще ходили или нет? Я просто даже не помню. По идее ходили, хотя видите, как оказывается, не ходили, да. Потому что большая куча вещей здесь есть. Про толку, да. Ну вот сейф разве что какой-то нашли. Ой. Вот харит еще момент, что ты бываешь, не можешь... Так, в конце у него один, если что. Да, вот ты не можешь кого-то хрена поставить некую цифру, смотрите, блядь. Такой бред, реально. Какой-то конченый вообще момент. Такой тоже в этом взломе замков в Алексе. Пиздец просто. Так, в конце один, хорошо.
Вот опять два ставишь в начале, и потом ты нихера ставить не можешь, зацените, да? Или вот сейчас вот, да, смотри, ты никакую цифру тоже поставить не можешь. Почему я не могу поставить никакую цифру, блядь? Вы что, ебанутые, чё ли? Блять, маразм просто, ну в натуре. Вот я же, ты не можешь почему-то вот потом ставить какие-то там определенные цифры. Вот видите, я сейчас нажимаю, оно не ставится. Или вот, да? Нихера не ставится. Блять, такой бред реально, я жру. И почему это происходит, вообще непонятно. О, 4-1 в конце. Ой, главное, что в сейфе будет полная параша лежать, вот потом вспомните меня. Блять. О, 8-7-4-1. Ну да, вот протеиновый батончик и три молотка, блять. Я уже, я вот этот мудохался, не знаю сколько времени, ради того, чтобы замутить себе вот эту парашню. Так, у нас там опять-таки скальный тролль. Да. Даже не знаю, есть ли смысл дальше идти или нету. Просто пока исследуется, то думал даже поисследовать, да? Говорится, почему бы и нет. А, пойти сдать квест мы ведь всегда успеем, правильно? На крайняк уже в следующем выпуске. А вон даже какая-то построечка. А, или это тоже мост просто, да? Толком непонятно. Ну, что, запас ментальной энергии нашли, уже не зря. Ну да, да, это именно мост. Мост и ничто другое. Ничего на этом мосту не берется, да? Ну да. О, а вот там вот уже какая-то постройка. Во, наконец-то, чуваки. Мы что-то нашли. Блин, ну может хоть здесь часть карты-то будет, а? Я уже запарился их искать. Должно же это хоть как-то вознаградиться мне, да? Вот то, что я вот бегаю. Кстати, домик такой красивый, согласитесь. Реально, классно, наверное, здесь жить. Смотрите, какой вид классный, да, вообще. Красота, ляпота такая, да? Повезло кому-то с недвижимостью. Наверное, какой-то буржуй падла. А ну, если сейчас найдем кого-нибудь здесь, то грохнем, да? Потому что по-любому какой-то буржуй падла засел. Как иначе-то такую недвижимость себе выбьешь? Ну, походу, тут никого нету, да, как всегда. Типа как пустошь, да? Так, есть у нас тут запертый сейф. Давайте пока не будем пытаться его открыть. Может быть, мы найдем где-нибудь пароль, как это часто бывает, знаете. Если так прикольно, то это дерево еще, да? Типа как фамильное, семейное дерево, да? Стоит прям... Так, 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 так. Вот тут сейчас спокойно. Так, мягкая туалетная бумага. Ну тут должно что-то быть, но я не верю, что тут сейчас тоже ничего не будет, а? Ну хватит уже надо мной издеваться. Ну дайте мне какую-нибудь часть карты, а? Ну рецепт есть. Амулет охраны. Ну мне такое мало интересно, я все равно ювелирным делом не занимаюсь, да и как-то, честно говоря, в планах у меня им заниматься как-то нету. Блин, чуваки, прикиньте, походу тут тоже нет ни хрена, ни части карты, ничего подобного. Ну да, да. Охренеть просто, а.
Там в натуре какое-то издевательство просто, ребят, ну блин, а. Спальный мешок, картины. Да, пароля к сейфу тоже здесь нету, то есть придется так его как-то открывать. Ой, блин, я так на это надеялся, а. Давай. А, я недостаточно хорош для этого. Блин, когда обычно, когда пишет то, что я недостаточно хорош для этого, то все-таки где-то надпись с паролем к сейфу есть, да, рядышком. Ну, вон там он еще, смотрите, какая-то хрень есть. Да, ну тут явно я никакой надписи, честно говоря, не вижу. Серьезно, где тут надпись? Ни на крыше, нигде тут я ее не вижу. Ну да. Так что, пойдемте еще что ли там поисследуем, а? Ага. Ну да, давайте, наверное, вот что мы сделаем. Мы, наверное, на этом сейчас, ребятки, наш выпуск закончим, да. А в следующем отправимся, короче говоря, вот в ту хрень. Поисследуем, что у нас там, потом сдадим квест на этих химер, отправимся еще к Рэю, поболтаем с ним, что он нам скажет, да? Ну и будем смотреть, в общем говоря, такие дела. Я вам, как всегда, ребятки, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, пока.